Здравствуйте, дорогие друзья! Представляю для вас видео-мастер-класс по созданию такой сумочки с удивительным названием «Волшебная ночь». О чем этот мастер-класс? В первую очередь, конечно, о текстурном квилтинге. Что такое текстурный квилтинг? Это сочетание такого ярко выраженного стежка, я его называю тройной стежок, с мелкой заполняющей стежкой, плюс еще там и трапунты. В общем, я эту технику еще называю архитектура квилтинга. И почему? Потому что как сильно выделяется рисунок. Да, он выделяется не только за счет объема, но и за счет вот этих вот переливов ниток. И как это создается? На самом деле, как ни странно, это создается достаточно просто. Вот я просто настолько горжусь этой своей разработкой, потому что раньше, чтобы создать такой рисунок, вернее, вот такой эффект, ну, у меня просто не получалось. И сейчас, конечно, когда получилось, я применила эти знания для создания вот такой замечательной сумочки и, естественно, предлагаю их вам. Мы сошьем с вами эту сумочку. И даже если вы, например, не владеете свободно ходовой стежкой, то вы можете спокойно сделать сумочку просто на обычном ходу машины. И вы знаете, она от этого ничуть не хуже. Точно так же. Очень красиво, очень здорово. Здесь у нас, конечно, еще дополнительные кармашки для телефона, для ключей, для блокнотов. Но самое еще волшебное внутри. Посмотрите. Я создала, я тоже очень горжусь этой разработкой, я создала такой цельнокройный подклад. Специальный такой, видите, там у этого подклада всего 6 швов. Вообще, на самом деле, даже 4. А у нас есть специальная такая перепонка посередине. Это кармашек для планшета, для телефона, для косметики. Также, конечно, здесь много кармашков. Раз, два, три, четыре. Вот здесь еще на молнии тоже кармашек закрывается. Четыре здесь и два по бокам. То есть невероятное количество кармашков. Вот. Стеганый подклад вы захотите делать, захотите не делать. Это по вашему желанию. Я люблю стеганые подклады, поэтому, конечно, делаю. Потому что на подкладах я как раз тренирую руку. Ну, конечно, и вам рекомендую. Вот. Естественно, сумочка, конечно, очень практичная, помимо того, что она очень удобна. Посмотрите, как, да, удобно, как сделано. Во-первых, она подходит абсолютно всем. Я еще не видела, кому бы она не подходила. Ну и, конечно, создать своими собственными руками такую красоту – это одно удовольствие. Она прекрасно держит форму, и кажется, что, возможно, когда я только начинала их шить, она была достаточно сложной, потому что много деталей, много очень сложный подклад, много швов. Я упростила где-то процентов на 40, но все равно надо над ней поработать. Но результат того стоит. Потрясающий результат, удобная сумочка. Очень много поклонников вашего таланта сразу прибавляется, потому что, конечно, устоять невозможно. Очень красиво, очень удобно, очень практично. В видеомастер-классе я рассказываю все тонкости, все нюансы. Дорогие друзья, и даже если вы никогда не стегали, даже если вы никогда не шили сумочки, у вас обязательно получится вместе с этим видеомастер-классом по созданию сумочки «Волшебная ночь».